Ребятки, всем привет! Все-таки мне придется пройти ивент Spider-Man, потому что здесь, конкретно сейчас, в тот момент, когда я играю, все не так хорошо, как хотелось бы. Дело в том, что в этом плейсе сейчас есть глюк, который не позволяет нам пройти ивент и получить, соответственно, предмет, маску Спайдермена. И вся проблема только в одном скрипте, который подвисает постоянно в одном и том же месте. Но я вам сейчас расскажу, как эту проблему решить. Так что погнали! Сперва мы делаем все как нужно, все как по миссии. Обезвреживаем 30 бандюганов. После обезвреживания по сюжету нам необходимо взобраться на мост и встретить там главного босса. Мы, как истинный паукан, вскарабкиваемся по мосту наверх и встречаемся лицом к лицу с нашим главным врагом. После его прекрасного монолога на нас нападает 5 бандюганов, которых нам необходимо обезвредить. Ну вот мы их обезвредили, и как бы ничего не происходит. По идее, он должен был сейчас перелететь на другую сторону моста, опять вызвать бандюганов, но этого, как вы видите, не происходит. Причем виснет он постоянно либо здесь, либо на другой стороне моста. А также, вдобавок ко всему, в городе появляются новые бандиты, которых, по идее, не должно быть, вроде бы как. С ними необходимо разобраться, но в данном случае я их просто потопил. Ну их реально просто очень много было. После возвращаемся на мост и опять понимаем, что ничего не произойдет. Так что берем теперь все в свои руки и делаем следующее. Перелетаем на другую сторону моста, спрыгиваем с этого моста и бежим к вон тем контейнерам, которые находятся по правую руку. Перелазим вот эту преграду и ползем вон в ту сторону. Но туда пролезть не так-то просто, потому что там невидимая стенка, поэтому мы пролазим вот так вот. Взбираемся на стеночку и бочком вылазим на эту сторону. Здесь нас встречают герои, которые по сюжету нам должны помочь. Но они не активны. Чтобы их активировать, запустить скрипт по-новому, нам необходимо добежать вон до той пешеходной дорожки. Все, скрипт запущен, проблема миновала. В общем, все, что вам необходимо, это попасть именно вот на эту площадку и встать на пешеходную дорожку. И тогда скрипт у вас запустится 100%, так что пытайтесь туда пробраться. Ну а дальше действуем по сюжету. Бежим за нашими супергероями на нашу площадку, где мы будем сейчас биться с нашим главным боссом. Итак, основные действия, которые нам позволят замочить этого босса. Когда он садится вот у этого желтого контейнера, нам необходимо переключиться на овердрайва, быстренько подбежать и навалять ему люлей. Когда он садится вот на этот зеленый контейнер, нам необходим кинетик, который швыряет зеленые бочки в нашего босса. Если он сел здесь, возле синих батарей, то нам нужна Тесла, которая направит разряд в эти батареи и тем самым ударит током нашего босса. Когда босс оказывается на центре, нам понадобится Спайдермен, который своей паутиной повредит нашему боссу летательный аппарат на время. Если же босс находится у нас здесь, то нам понадобится силач, который своим ударом сотрясает все контейнеры и роняет один на нашего босса. И когда у нашего главного врага остается всего 2 хп, он обязательно рухнет на землю, где мы его сейчас добьем. Ну что, герой, если тебе эта информация была полезна, то есть у тебя лайк, подписка и комментарий. Желаю тебе огромной удачи. Пока.